всем привет, смотрелся. В этом видео мы построим метро. Ну, не построим, но начнем строить его, по крайней мере. Выберем местность. Вот. Ну и это. Начнем строить хотя бы вход в это метро. Поэтому можно начинать. Играя на клавиатуре, на планшете. Вот. Сейчас я без кнопок играю. Вот. Играю без кнопок. И оп! Кнопки появляются. То есть. Ну, это. Вот, вот он. Вот он. Вот он. Вот он. Здесь. Указатель. А, начну, наверное, строить его вот здесь, вот этот. Вот. Метро начну строить. Ну и это. Давайте начнем. А, только вот где? Вот здесь, наверное. Где-нибудь, наверное, блин. Я даже не знаю, тут это сложновато подгадать место, где. Играю я на версии, кстати, 1.16.230.52. Самая последняя версия на данный момент. На данную съемку этого видео. Вот. Вот тут, кстати, деревня есть. Прикольно, в принципе, можно в деревне построить первую станцию. Вот. У меня уже есть схема, но она пока что на бумаге нарисована, поэтому это я ржу у меня или надо какие инвентаря. Вот. Начнем мы, наверное, строить вход. Логично. А, вот. Так. Вот. Давайте, наверное, с кварца. Блок, кварцевый блок, кварцевая колонна. Вот. Резной, да? Ну, вот это. Вот, в принципе. Тут деревня, и начнем в этой деревне строить. Тот житель, который здесь жил. Не лагай, пожалуйста, Майнкрафт. Тот житель, который здесь жил, его насильно придется выселить. Потому что именно вот здесь будет вход в метро. Вот. Тут закорчевывает дом. Чего тупли вообще? Берем. Берем, делаем. Да, в смысле, ты не открыл чат? О! Давай без координаты. Идем отсюда. Ага. Так, здесь мы эту клавиатуру сейчас вызываем, уберем. А, она выключена, да? Ну, окей. Да. Тогда фантом. Так, давайте жителям здесь сделаем, так это нормально. А то у нас тут гублы всякие понастроили. Генерация Майнкрафт понастроила, тут гублов всяких. Не обращайте внимания на то, что я очень прикольные слова. Очень не посмеяться можно. А вы не смеялись, как так? Скоро тут будет... Не просто поселок, а этот город целый. В принципе, мы... Что мы тут вообще делаем? Мы тут строим метро. Я занимаюсь какой-то ерундистикой. Thank you.
наступило время прощаться. С вами был я, Телс. Ну и всем пока. Желаю вам счастья, добра и света. Всем пока. Итог. Мы построили вот букву «Э», типа обозначает метро. Вот. Обозначает метро. И вот такой входик. Красные окна обозначают цвет линии. Она будет красная. Ну и мы вот всего лишь тут построили. Ну, мы ее строили целый час почти. Поэтому мне, в принципе, монтировать мало будет. Ну ладно. Всем пока.